7 ноября префект СВАО Валерий Виноградов побывал в трех учреждениях здравоохранения округа. 20-я больница с 64-го года капитально не ремонтировалась. Какие изменения в ней происходят сейчас, префекту показал главврач Андрей Каприн. На территории новый асфальт и бордюр, сделаны съезды для инвалидов-колясочников. На одном из зданий появилась новая кровля из металлочерепицы. В корпусах меняются проводка и двери, делаются наливные полы. В операционном отделении еще тянется ремонт. С потолка свисают провода в изоляционных трубках. Как выясняется, недавно здесь во второй раз сменился подрядчик, так что доводить операционную до ума предстоит уже третьей по счету ремонтной организации. В одном крыле хирургического отделения ремонт уже завершен. Согласно новому проекту, в каждой отремонтированной палате будет туалет и душ. Техника, телевизор, чтобы где-то есть? Постепенно покупаем, да. Покупаете, да? То есть деньги не тоже Обязательно. Нет, но если у вас будут, значит, туалет, то, наверное, и холодильники будут в палатах стоять. Мы к этому стремимся. В поликлинике номер 12 на улице Академика Комарова уже в этом году появится новое оборудование. Офтальмологический кабинет, лор-кабинет, УЗИ, томографы, компьютерные и магнитно-резонансные. Шире, конечно. Площадь больше. Да. То есть мы уже старых строить не будем? Нет, все, уже они никогда не вернутся. В поликлинике номер 153 на улице Грекова префект ознакомился с тем, как работает электронная запись к врачам. Он лично протестировал электронный терминал. На запись ушло полминуты. Валерий Виноградов поинтересовался, что мешает внедрить систему электронной самозаписи во всех поликлиниках округа. Руководитель дирекции по обеспечению деятельности учреждений здравоохранения СВАО Олег Гриднев пояснил, что с введением по всей стране универсальных медицинских полисов с Нового года в поликлиниках придется ставить и новые информаты, терминалы для электронной самозаписи.